Всем привет! Сегодня я хочу приготовить куриные наггетс. Мне понадобится куриное филе, которое я нарезала небольшими кусочками, и любые приправы. Посыпаю солью, чесночным перцем. Также мне понадобится черный перец, и еще я возьму паприку. Все перемешиваю и даю настояться в течение 15 минут. В одну чашку насыпаю муку, во вторую взбиваю одно яйцо, а в третью чашку насыпаю панировочные сухари. Каждый кусочек обваливаю в муке, а затем окунаю в яйцо и обваливаю в сухарях с каждой стороны. В сковороде раскаляем растительное масло и выкладываем нашу курочку в один слой. Обжариваем с одной стороны до золотистого цвета, а затем переворачиваем на другую сторону и жарим с другой стороны. После того, как курица пожарилась, выкладываем ее на тарелку, застеленную бумажными полотенцами или салфеткой, для того, чтобы лишнее масло впиталось. Вот такие хрустящие наггетсы получились. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, готовьте вместе с нами. Пока-пока!